Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Сирену. Сегодня мы начинаем проходить эпизод 8. Опять не играл довольно долго, так что будем вспоминать. Я, честно говоря, не помню, чем там все закончилось. Ну, сейчас введу в курс дела. Are you all right? No. Wait. Я что-то вообще перестал понимать, что тут происходит, но меня все больше и больше мотивирует местный сюжет. Это что-то вообще непонятно, пошла каша какая-то. Но это хорошо. Я давно уже не могу вспомнить игру, в которой сюжет... Да-да-да. Ты же вроде как зомби бегал. Короче говоря, это первая игра за долгое время, в которой мало того, что я тащусь от сюжета, я его вообще не понимаю. Просто он меня заинтриговал, мне очень интересно, что тут происходит. Так. Цель задания. Воссоединитесь с любым выжившим. Ну, найдите выживших, короче говоря. Мелисса, Белла, I hope you guys are okay. Ага, только ты их пытался убить в одной из предыдущих серий. Это, конечно, не совсем ты был. Так, что нам нужно? Достичь 5-го этажа шахты. Офигеть, и как мне это сделать? Это мне надо наверх подняться и поверху на лифте спуститься вниз. Прекрасно. 36 лет. Мужчина. Род деятельности. Оператор. Такой вот у нас Сол Джексон. Ну, давайте приступать. Мы опять в этой шахте, в которой в последний раз, когда я играл за Говарда. Кстати говоря, то, что тут походишь по одним и тем же местам, вообще как-то не раздражает. Скорее наоборот, добавляет интереса, потому что локация не очень большая, эта деревенька. И больше как-то концентрируешься на сюжете. Сэм! Йо, is it you? Soul? Tell me it's you! Soul? Sam, yo, where's Melissa and Bella? I don't know what's going on. Damn it! Hey, can you open the door from that side? Nah, it ain't gonna happen. Oh, shit! He probably ain't here to help us open this gate. Be careful. Look for a place we can meet up. Okay. Твою мать. Мне даже отступить-то некуда. Так, найдите оружие. Где мне найти оружие? Ох, ёкарный бабай. Это мне нужно сейчас мимо нее, похоже, пройти по этому коридору. Пробежать. Ну, я думаю, у нас получится пробежать. Сейчас мы ломанемся. И потом победить Сибита, женщину, которая там присматривает за всем. Отлично. Оп. Добрый день. Я вам очень рад. Приятно познакомиться. Меня зовут Артур. До свидания. Всего хорошего. О! Офигеть. И что мне делать-то? У меня даже оружия нет. Как я мимо них пройду? Один с ружьем-то. Офигеть. Так, ну это не очень хорошо удалось, как вы видели. Так, блин. Какого хрена? Я запутался в кабеле. Так, мне нужно... Как-то мне по-любому нужно мимо них пройти. Просто кулаком, я думаю, это вообще будет самоубийство на того паренька нападать сейчас.
Блин, ну ты же здоровый негр, а? Давай, 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 спускайся, мать твою, тебя убьют сейчас. Ух, промах. Промазал. Фу. Хорошо, что мы можем сделать на этом этаже? На этом этаже мы можем подняться. Отлично. Но опять же, тут наверняка куча бабаек. Выключить свет. Ой-о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 й. Я там что-то мог поднять. Я там что-то мог поднять. Я там мог оружие поднять. Понятно? Видеокамера. Это оружие. Фу, так, ладно. А, теперь мне нужно идти сюда. Я так думаю. Вон она стоит. Меня кто-то видит, нет? Оп! И в дамках. На-на! Фу, вот. Вот это вот будет получше. Видеокамера, то еще атаковать. Хорошо. Что мы имеем дальше? Ничего хорошего, честно говоря, не имеем. Тут у нас какая-то дверка. Которую преодолеть, я так понимаю, будет не самым... вернее, не очень просто. Я перепрыгнуть не могу, нет? Нет, к сожалению, не могу. Так, ладно, что мне делать? Видимо, назад возвращаться. Других идей, честно говоря, не очень-то и есть. Не очень. Ладно, это как-то было не очень по-русски сказано. Скажем дружно. Нахрен нужно. Так, ну где ты? Кошка, мать твою. Вы бы сейчас видели, как у меня кошка. Да бля. Вставай, ну. Давай, 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 давай. Так, нужно взять вот это вот лучше. Это будет покрепче, чем мое оружие. Прошло не так хорошо, как я планировал, но, по крайней мере, мы живы. Так, выключить свет. Это, я так понимаю, нам наверху поможет против того стрелка. Фу, так. Каждый уровень здесь — это своеобразная головоломка. Так, маленько отступим назад, чтобы чувствовать себя в безопасности. Обезопасим, так сказать, тылы. И теперь можно двигаться. Да блин, почему они всегда быстрее меня? Давай вставай, твою мать. Телефон еще не вовремя. Оп, хорошо, фаталити. Что-то у меня сегодня на какие-то добивающие удары. Везет просто. Так, хорошо. Так, ладно, там у нас спереди... спереди у нас стрелок вроде как был. Вон он стоит. Так, вот сюда поворачивается вообще, нет? Вроде как нет. Хотя сейчас наверняка, когда я начну подходить, он повернется.
Лежать! Фу, хорошо! Сколько у меня патронов? Имеет смысл ее брать вообще, нет? 10 патронов, неплохо. Не так уж страшно оказалось, как казалось. Но тем не менее, несколько напрячься пришлось. Так, что мы имеем тут? А вот мы, собственно, и дошли уже. Фу. Надо сказать, вполне себе. А, ну теперь мы за Сэма играем. Выключим фонарик. Где мне найти оружие? И опять у меня нет оружия. Только найдешь оружие, причем хорошее, так его у тебя отбирают. Что за жизнь? Тут нет оружия. Может, наверху там... какую-нибудь болгарку взять. Я помню, там была. Так. Темно. Тихо, кто меня видит? Ай-яй-яй, не надо меня видеть. Так, там кто-то идет или мне показалось? Уф, куда я иду, я вообще не представляю. Где здесь может быть оружие? Офигеть. Все внизу, а я тут наверху хожу. По идее, где-то вот тут сейчас я должен встретиться с Солом. Но, конечно же, мне не дадут сделать этого, потому что у него есть оружие. Тихо, что это за шум там такой? Потому что у него есть оружие, это все стало бы слишком просто. Так, куда я иду вообще? Где мне найти оружие? Хоть какое-нибудь. Ничего нет, нет тут ничего. Блин, я уже теней пугаюсь. Что, в принципе, неудивительно в такой игре. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, я понял примерно, где мы находимся. Тебе нужно выполнить свое задание. Ну да, я знаю, эта игра заскриптована наглухо. Но как бы там ни было, она все равно, на мой взгляд, прекрасна. А давайте рискнем, давайте вот на этой штуке прокатимся. Если получится, конечно. Смарик разрешает? Подожди. Запрыгиваем. Оп! Пора выпрыгивать. Будь здоров, спасибо. У него тут винтовка, это хорошо. А если бы тут Сол шел, это было бы не очень хорошо. Так, теперь мне нужно возвращаться и вырубить того Чибито, который охраняет контрольную панель. А, ну понятное дело, я назад спуститься-то не смогу, да? А, отсюда смогу. Пардон, пардон. Так, тут по мне никто не хочет стрелять. Ты будешь ломать меня? Вроде как не хочет. Так, ладно, спускаемся вниз. Тут контрольная панель. И тут этот хрен. В каске. И без мозгов.
Ой, блин, я не хочу металлическую трубу. Я хочу вот так сделать. Вот, теперь мы едем наверх. Кооперативные действия, детка. Так, подожди, у меня что, ружья нет? Да вы гоните. Да нет, есть. У меня есть ощущение, что вот где-то здесь, внутри. Или просто где-то очень... Где-то очень рядом находится Сибито Брейн очередной. Так, мое задание. Встретиться с Сэмом Монро. Это мне надо выйти наружу. Кто-то стреляет. Сэм, это ты? Это не Сэм. Патроны могу с тебя взять? Нет, не могу. Thanks. Now let's get out of here. You owe me big time, man. Да вы друг другу обязаны, по-моему, неплохо. Фу. Опасно. I didn't know how jacked up this village was. If anything happens to her, I'm holding you responsible. Hey, chill out, alright? And how is this my fault? I don't remember anyone forcing you to bring her along. Да, у ребят опять проблема. It's mommy. Mommy? Oh, Bella, I've been looking everywhere for you. I'm never gonna let you out of my sight again, okay? Так, Мелисса. Офигеть. Я вообще не понимаю. А, в предыдущей серии что-то с вами нехорошее случалось, теперь с вами все в порядке. Твою мать, манекен! С отвалившейся головой. Ненавижу манекенов. Так, секунду. Все, продолжаем. Где смс-ка пришла? Ненавижу кого-либо защищать. Потому что боты всегда тупые. Так, нужно пройти на первый этаж. Как мне это сделать, я, честно говоря, не знаю. Учитывая, что их тут наверняка целый взвод. Этих тварей. Мы опять в больнице, да? Я все правильно понимаю? Да, мы в больнице. У нас нет оружия. У нас маленький ребенок за спиной. Супер! Что может быть лучше? Ой! Мне хана. А, у меня фонарь есть. Мелисса. Мелисса, ты беспомощная дура. Да, но это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Да блин, ты смотри, что он творит. Давай, давай. Да бляха, муха. Все, капец. Честное слово. Кто ходит? А, это ты ходишь. Как ты цокаешь, а? Иди сюда. Давай. Иди сюда. Иди сюда, женщина. О, увидела, молодец. Блин, да что ж такое?
Так, все хорошо. Теперь валим. Ох, твою мать! Это ей не очень удачно, похоже. Что мне это дало? Ничего. Твою мать, сколько вас тут? Так, ладно, идем еще ниже, если, конечно, получится. Я просто охренею от того, что я делаю, честно говоря. Белла, давай иди сюда. Ну, как бы там ни было, мы на первом этаже. Это прекрасно, по-моему. Я не спорю, это было тупо. Я бы даже сказал, это было предельно тупо. Да как тебе сказать, Белла? Не то, что окей, мы в жопе находимся вообще-то. Так, ну, давайте попробуем, хотя там из окна меня, наверное, увидят. Подожди, это первый этаж? Это у нас первый этаж. И выход у нас рядом. Но вон за той дверью ресепшн у нас что-то нехорошее. Ну, давай. Отлично. Просто тупо пробежал, похоже, да? Белла, this way. Ну, дверь закрыта, как обычно. Прекрасно. Be a good girl and wait here for mommy, okay? Mommy? Так, восстановите питание в здании. Это, я так понимаю, в подвале. Обычно там генератор находится. Да, мне нужно идти в подвал. Что может быть лучше подвала? Ничего. Может быть, оружие какое-нибудь где-нибудь есть. У меня есть такое подозрение, что мне тут вообще оружие не дадут. Кто там тусует вообще? А, теперь за этой дверью никто не тусует? Может, вы мне дадите что-нибудь, чем отбиваться от них? Но вообще, я хочу сказать, что вот это вот одна из тех миссий, которые мне не нравятся именно своей дубовой заскриптованностью. То есть, без пол-литру не разберешься, куда идти, что делать, зачем вообще. Но, с другой стороны, вот такие моменты в игре перемежаются, как правило, чем-то просто прекрасным. Так, в лифте один. Ой, тихо. Так, вот она смотрит именно туда, где нахожусь я. Блин, да нет. Опять я не могу найти того, кто мне нужен. Так, вот так, хорошо. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда теперь. Я так и знал, что тут что-то будет. Давай, давай, давай. Фух, отбились. Теперь у нас все будет хорошо. У нас есть оружие, с оружием от врагов тут всегда можно отбиться.
Фу, можно выдохнуть. Так, мы идем вперед. А что нас ждет дальше по коридору? Ну, в лифте у нас. Пожалуйста, кто-нибудь откройте эту дверь, говорит. Вроде как на этом этаже у нас больше никого нет. Может, откроем дверь? Не работает. А, сейчас мы дадим питание, и оно, соответственно, заработает, он выйдет. Ладно, сэр. Тихо. С оружием мне всегда спокойнее. Завсегда спокойнее. Сюда? Сюда. Так, ничего поосновательнее нет, чем это. Так, ладно, включаем. Ну супер, как обычно, все через... Ну что ж такое? Ох, как везет тебе, Мелисса, как везет. Теперь мне нужно идти назад к Белли. Я тоже думал, с электричеством у нас проблемы закончатся. Да не открывай ты дверь. Белла! Что? Вот дура. Белла! Где ты, Белла? Мами, мами, hurry! Bella! Мами! Ай! Белла! Белла! Замечательно, короче говоря. Полный шоколад. Так, нам, похоже, отсюда надо идти. Я не помню, куда нас это выведет. Да я сейчас за дочурку всех порву, мать вашу. А, все, помню. Примерно понимаю, где мы находимся. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Так. Не надо нам ваших лифтов. Кто-то там вышел. Так, меня кто-то видит. Но это не так важно. Ой, твою мать, негритос. Опять со своей камерой. You're not getting away. Получи, это... Давай. 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 Как ты влез вообще к нам? Фу. Жим. Да бляха-муха. Мне на люфте, что ли, остается? Подожди, отсюда смогу пройти? Уф-уф-уф-уф-уф. Так, мне нужно... А где Белла у нас? Вот в чем вопрос. Белла, мать твою, как ты в самый низ-то попала, а? Ну как мне тебя сейчас спасать? А, подожди, мне нужно пройти сюда и тут отсюда спуститься вниз в подвал. Тогда у нас что-то да получится, возможно. Так, ну давай. Я знаю, ты где-то тут. Кто это там? Так. Ищем, ищем. Ищем. Лежать, мразь! Лежать! Да не с тобой!
Все, легла. Быстро-быстро ищем дочурку. Где-то здесь. Так, не здесь. Тут что ли где-то? Да нет. Где-то за углом. Доча, держись. А, вот ты где. Все, валим обратно. Ты со мной? Смотри, не отставай, а то нас сейчас точно свернут. А, я так понимаю, что мне нужно выбраться тем же путем, которым мы... Куда мне нужно вообще? Блин, надо сказать, напрягает. Вот, похоже, с 203 комнаты. Потому что отсюда у нас выйти не получается. Бляха, ты опять тут, что ли? Твою мать. Он меня убьет сейчас. Получи, негр. Получи. Блин, да что ж такое? Этот негр меня просто корявой миссией. Я хренею просто. Так, у меня в руках скальпель. Тут у нас очередная камикадзе. Просто убью сейчас нахер. Убью скотина. Нет, вы not okay. Негр. Я думаю, мне придется подредактировать эту серию. Или оставить ее полностью так, чтобы вы познали боль. Всего этого дебилизма вместе со мной. Так. Я тоже ненавижу это место. Так, идем сюда. Прыгай. Прыгай. Отодвигаем эту хероту. У меня уже пошли выражения, не самые приятные, но по-другому я не могу это охарактеризовать. Слишком уж тут... много порнографии какой-то глупой. Так, кто там, что там? Пойдем. Ты идешь, девочка? Иди, пожалуйста. Фу, да неужто? Ты все тут, да? Фу! Ну, это был геморрой, это я вам отвечаю. Это просто был дебилизм. Но было интересно именно с сюжетной точки зрения. А вот с геймплейной был какой-то просто срач и понос. Японцы. Японцы, такие японцы. Имано. Белла, hurry, get in! Get away from her! Get your filthy hands off my little girl, you son of a bitch! Come on, start! What is wrong with this village? Everything's so screwed up. Damn, what the hell? I feel like I'm going insane. Bella, hold
Вот так. Наконец-то я одобряю поступки Мелиссы. Ну что, конец эпизода? Ну да. Надо сказать, это был очень надоедливый эпизод, но при этом довольно интересный, именно сюжетный, с точки зрения локации. Просто нужно было приучиться что-то делать. Но как бы там ни было, увидимся в следующих сериях. С вами был Артур Сухарев.